Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я прибыл на Верхнюю Губаху. Здесь у нас река Косьва. И сегодня у меня планируется несколько очень интересных съемок. А сейчас же на улице достаточно жарко, и я решил искупаться. Здесь речка очень мелкая. Особенностью реки Косьва является то, что она очень холодная в этом месте, потому что вода бежит из-под плотины Широковской ГЭС, и вода просто ледяная. К тому же по берегам очень много родников. Но сейчас, как вы видите, вода обмелела, то есть она немножко стоит. Она, я думаю, успела прогреться на солнце, и должно быть приемлемая температура, хотя бы не ледяная вода. Вот я снова прохожу мимо этой усадьбы, в которой во дворе растет шикарный раскидистый дуб. Какой интересный новомодный домик построен. На винтовых сваях, по-моему, на склоне. Так сделано вообще классно. Шикарно, шикарно. Прямо мне кажется, вот я в таком домике пожил бы. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.